В Бабицкой средней школе занятия начинаются вечером. Правда, в школу идут не дети. И не для того, чтобы сидеть за партой. Половина девятого вечера. У нас работа не заканчивается. И у танцевального коллектива «Дарта» она тоже не заканчивается. Коллектив готовится к выступлению на праздники, песни и танцев. И репетируют практически каждый вечер. Все приходят сюда после работы. Ну и, кстати, самое время подписаться на РусЛСМ и поставить лайк этому видео. Коллектив Марубского края «Дарта» существует уже 18 лет. За это время успели 4 раза принять участие в празднике песни и танцев. Теперь будет 5-й. Ядро коллектива начинало танцевать еще в молодости, а теперь у его участников вторая молодость. Здесь танцуют те, кому от 35 до 60 лет. Руководит танцорами Лаурис Силинч. Работа непростая. Всех нужно собрать, подбодрить, иногда прикрикнуть. В летнем актовом зале потеют все. Главное, что эти люди хотят быть вместе, хотят вырваться из своей рутины, провести время в танце, в радости, в улыбках, в физическом движении. Это проведенное вместе время и создает этот коллектив. Самое большое удовлетворение во время праздника танцев, когда финальный концерт на стадионе. Эти ощущения просто фантастичны. Катрина Юдовица днем руководит предприятием, а вечером танцует. Она делала это еще в детстве и уже выступала на празднике песни и танцев, но школьном. Потом большой перерыв, и вот она снова вернулась к народным танцам. Я думаю, это какой-то внутренний голос. Когда я танцевала в школе во время праздника танцев, это была огромная радость и удовлетворение. И я все эти годы поэтому скучала. Для меня, как новичка, главное ничего не напутать. А с другой стороны, я просто хочу отдаться этому чувству общности и быть на этой большой волне, в этом большом потоке. Так что я чувствую очень большой подъем. В этом году в празднике песни и танцев примет участие больше 1700 различных ансамблей, оркестров, хоров. Танцевать будут 602 коллектива. «Дарту» ждут на финальном представлении 8 июля. Оно пройдет на стадионе Даугава. Алексей Дунда, Кришини Слейтис, РусЛСМ.